Всем здравия, люди добрые. У нас сегодня в гостях уже, наверное, вы догадались, легендарные люди, которые видели своими глазами воочию, видели, наверное, я бы сказала, единственный наш первоисточник, Белесов книги. Помимо Белесовой книги провели массу экспедиций, путешествий, исследователей. Патриоты земли русской, писатели, исследователи, ученые, следующие в этой области люди. Валентина, Валентина и Денислава. Или Денислава. Как вы знаете? Светозар. Светозар и Денислава. Да, среди славян, ну или Валентина Елена. Прошу, идите, пожалуйста. Для начала, наверное, мы скажем, почему мы этим начали заниматься и зачем это все нужно. Потому что вот, как бы, есть такой подход старый, и я думаю, очень правильный, который был еще до советских времен, и в советское время он свято соблюдался. Прежде чем рассказать о каком-то процессе или приборе или явлении, нужно ответить на три вопроса: назначение, состав и работа. Без этого всякие разговоры — это пустые разговоры. Поэтому возьмем сначала назначение. Назначение — для чего, зачем мы взялись за эту тематику и зачем она нужна, эта тематика, сейчас. Казалось бы, некоторые задают вопрос: а зачем мне нужна какая-то там Велесова книга? Если я живу сейчас, мне сейчас нужно зарабатывать деньги, мне нужно кормить семью, и эти вещи, вот эти, что когда-то были, меня вообще мало интересуют. Значит, почему мы обратились именно к древней тематике? Дело в том, что когда стал разваливаться Советский Союз, вы помните, как это и произошло, как рушилась огромная страна, как разваливались на отдельные государства, как пошли разлад, войны и так далее на этой земле, на земле, которая была оплотом мира вообще-то во всем мире действительно, потому что держался баланс на земле определенный между силами и политическими, и военными, и так далее, и так далее. И вот этот баланс был разрушен, и стало все разваливаться. Вы помните, какая обстановка была, стояли заводы, даже окурки на баночке продавали, и так далее, и так далее. Все это было. И вот тогда мы подумали, почему это происходит, и что будет после этого. И к чему это все приведет, и почему вообще все это произошло. И стало понятно, что если не окунуться в прошлое, мы не поймем, что творится сейчас, то есть на то время. А не поняв, что творится сейчас, какой разговор может быть о будущем. Это, вы понимаете, это не серьезный разговор о будущем, если ты не понимаешь, что творится сейчас. Это будет пустое гадание на кофейной гуще. Поэтому мы обратились к истории, и оказалась удивительная вещь, когда прикоснулись, что мы свободно можем найти историю древнего Египта, а любую народность, любой этнос можно понять, когда ты узнаешь пантеон его богов. То есть в пантеоне богов любого народа, любого этноса выражается сущность этого народа. Выражается его, самое главное, мировоззрение. Если не знать этого, значит, народа, как бы, сущности его нет. А нет сущности, куда ему идти, куда двигаться, что делать, и зачем он пришел на эту землю, в общем-то, непонятно. И вот мы натолкнулись на такую, как бы, железный занавес, что для изучения сущности, скажем, любого народа, можно взять обычную
историю, учебник истории у своего сына или дочери и прочитай. Пантеон богов, скажем, египетских не проблема, греческий тоже не вопрос. Возьмите своего сына или дочери и прочитай. Не надо тебе по-греческому осталось. И так далее. А вот когда мы коснулись пантеона богов славянских, то есть мы хотели узнать огромный этнос славянский, откуда он, для чего он на этой земле, зачем он нужен вообще-то. И тут вот наткнулись на такую вещь, что нет, даже наши исследователи, Кайсара, Глинка, Рыбаков и другие, они только догадывались, у них были отрывки, но как такового пантеона богов, по которому можно было определить, чем наши стержень наших предков, значит и наш стержень, определить невозможно было. Мы стали собирать, искать все, что смогли найти, пока не вышли на свежую книгу, которую стал издавать издательство журнал «Наука и религия» тогда, как приложение к журналу. Стали сделать. Вот поехали в Москву, в Москве, в журнал в этот редакцию, взяли там и стали изучать. И тут впервые мы увидели пантеон богов древнеславянских. То есть мы смогли понять стержень своего этноса. И чем больше мы углублялись в изучение этой книги, тем больше нам становилось понятно, и почему это так тщательно было стерто, и, собственно, зачем мы на этой земле. Но вот Велесова книга, это нельзя сказать, что это, как вот некоторые говорят, это славянская Библия. Это правильно и неправильно, потому что она дает возможность понять другие народы. Она дает возможность, углубляясь в нее, начинаешь понимать мир в объеме. Оказывается, наши предки, в первую очередь, если говорить современным языком, они были системщиками. Они видели мир в единой системе, единое целое, в которое ничего случайного, ничего постороннего, ничего откуда-то извне взявшегося нет. Все единый организм. Вот они видели природу как единый организм, в том числе и человека. Ну, как вот человеческий организм. Вот говорили когда-то, вот говорит, аппендикс, это рудимент, он не нужен. А потом оказалось, что он тоже участвует в работе организма, и важная вещь. Довольно-таки все остальное. То есть, начинаешь понимать, когда углубляешься в Белесову книгу, что каждый народ, каждый этнос на этой планете, он не просто так, а он часть вот этого большого единого организма. Ты начинаешь воспринимать мир, в том числе и космос, как живой, неделимый организм, составляющий как система в системе. То есть весь мир – это как системы, связанные между собой. И вот сам пантеон славянских народов об этом говорит. Великие три главы и малые три главы. То есть великие три главы, малые три главы, но тут же говорится, пусть будет изгнан тот, вот это великий три глав. Мы его сделали графически, а словесно он здесь описан. Мы просто сделали его графически. Вернее, не сделали, а мы нашли в древних рукописях, во многих, есть такая как бы виньетка. Три кружочка и три листник, как лента Мёбиуса, непрерывающиеся. То есть нет конца, нет начала, никто может сказать, вот здесь начинается, или здесь, нет. Начала нет, конца нет. И вот это великие три глав. Сварог, Перун, Свинтовит. А здесь и Явь, Навь и Правь. Три точки. Значит, это просто не подписано, конечно, было в старых рукописях, во многих. Вы посмотрите вот старые редакции той же повести временных лет, там увидите такой трилистничек. И во многих рукописях, если будете с ними работать. И мы поняли, почему так часто это изображение появляется в древних рукописях. И потому что в самой Велесовой книге этому уделяется огромное внимание. Так вот, получается, что
если смотреть на это в объеме, то вот явь, навь и правь – это как центр, когда центр на чертеж. Вот центр, да? Центр, но не кругов, а сфер. Получается три сферы, они сближаются, и когда эти три сферы сошлись, вот здесь зарождается жизнь. Остальные части сфер не изображены, потому что они нам как бы не нужны, да? Так вот, из таких три главов состоит представление наших предков весь мир. Заканчивая там листич, стеблич и так далее, и так далее. То есть весь мир наши предки понимали как единую систему. Систему, которая неразрывна. Это очень сложно. Это очень трудно видеть мир в объеме. Видеть его плоскостным гораздо проще. Поэтому сложилось так, и вот современная наука это подтверждает, что на базе этих трех составляющих и существует на планете три вида основных мировоззрений. Они свойственны разным этносам, в каждом этносе, в каждой стране, в каждом даже небольшом народе есть все три вида, потому что иначе бы тогда прогресса не было, если бы только одного вида были. Но превалирует какой-то один вид. И вот только исключение из всего этого составляет наша Украина, в которой приблизительно в равных долях присутствует два вида мировоззрения. Ну, не знаю, но вряд ли можно найти другую страну, в которой бы превалировало два вида мировоззрения. Вот смотрите, что такое наши предки говорили, что мир состоит из трех частей, явь, правь, навь. Мы почитаем потом из Березовой книги, как говорится, что это основное, что забываем мы, что такое явь, правь, навь, и стыдимся и так далее. Так вот, смотрите, явь. Явь – это мир вещественный. Вот он, явный мир, мы сами, все, что вокруг есть, это явь. Это мир вещественный. Навь, как пишет Березова книга, как говорят разных народов легенды и представления, это мир богов, мир душ, которые ушли уже от нас, и тех душ, которые еще не родились. То есть это, как сейчас ученые говорят, тонкий мир, или информационный мир, или ноосфера. Можно определить это по-разному. Все по-разному, но подразумевают одно и то же. Мы не можем увидеть, но мы в постоянной связи с этим миром. Все едино. И правильно. Правь – это законы взаимодействия яви и нави. Как говорит Вересова книга, все течет из нави в яви по законам правил, и потом опять уходит в нави. Так вот, законы взаимодействия вот этих вещей, вот это и есть правь по законам правил. Правила, правда, правдивость. Праведность, все это из этого корня слова. Кстати, вот в наших языках славянских этих вещей больше всего. Потому что для нас это самое важное. Это основа мировоззрения была наших предков. Большей части наших предков. Вот и получается, что в какой-то части вот эти три вида, три мира, на основе которых три вида мировоззрения на Земле возникло, они в какой-то части пересекаются, а в какой-то не пересекаются. Вот если вы посмотрим, вот, допустим, навь, да? Вот здесь они имеют общее все три, а вот здесь только вот это и это имеют общее, и так далее. То есть это живое, это подвижное, это не что-то, ну, как сказать, мёртвое, чьи-то, наоборот, живое. Оно в постоянном движении. Так вот, мы стали разбираться, почему произошло на планете вот сейчас такое, что планета, фактически, вы сами знаете, стоит на пороге своей гибели. То есть и оружие накоплено, и экономика в тупике, мировая экономика. Не только какой-то отдельной страны. И яды, и так далее, и так далее. Ну, перечислять не будем.
все это вы хорошо знаете, не вам рассказывать. Так вот, когда мы стали изучать Ведь Сурпы, мы поняли, что случилось это потому, что нарушился баланс вот этой живой единой системы. То есть между этими тремя мирами, Яви, Прави и Нави, всегда был некий баланс. Не равенство, но баланс. Баланс – это не равенство. И этот баланс как-то поддерживался. Но вот необдуманные действия, когда начинает миром управлять только одно, превалировать начинает, ну, например, я. Вещественные законы, материальные законы, они важны, они необходимы. Но они не единственные на Земле, которые управляют миром. А когда люди яви вещественного мировоззрения берут на себя полностью и в большой мере управление Землей, ну, это приблизительно так, как если неумелого водителя посадить за руль. Это опасно. Вот что мы сейчас имеем. Вы представьте себе, что если когда-то такой огромный этнос, как славянский, был в основном мировоззрение праве, он выживал в мире за счет этого, но со временем получилось, что ему навязывали постоянно другое мировоззрение, и это изменение произошло, и не только ему, кстати. Получилось дисбаланс. То есть вот этот баланс равновесия сил, который существовал, он нарушился. А вы представляете, что такое дисбаланс, скажем, в двигателе, да? Если какой-то поршень двигателя станет легче или тяжелее, этот двигатель никто не трогает, но его разнесет просто своими внутренними силами и работой. Правильно? Размолотит его, если грубо говоря. Так вот, нечто похожее сейчас происходит и с нашим миром. Значит, мы должны это понимать и этот баланс восстанавливать. И помнить, что никто из людей, не людей Нави, Духа, Востока, да, вот преимущество, я забыл сказать, преимущество мировоззрения Духа Бусидо, это Восток, Индия, Китай, Япония, да? У них свое мировоззрение, оно не плохое, не хорошее, оно нормальное для них и правильное, и не только для них, а для всех людей, которые в этом находятся мировоззрении. А люди эти есть на всей земле, точно так же, как и праве, как и мировоззрение вещественное, на всей земле и среди всех этносов есть люди, только в разных пропорциях. Вот. И вот мировоззрение яви, вещественное мировоззрение, это понятно, Европа, Америка, Израиль, здесь преобладают люди вот такого вещественного мировоззрения. Это тоже неплохо, не хорошо, это нормально, но когда получилось, что вещественное мировоззрение навязывалось другим, и людей под это вещественное мировоззрение как бы воспитывали столетиями, то в конце концов начинаются большие неприятности в этой системе. Это все единая система. Нет ничего отдельного. Вот некоторые говорят, вот эти такие сети плохие, вот тот народ плохой, а мы лучше, и так далее, и так далее. Но это приблизительно этот разговор, если, например, мы в организме своем будем говорить, вот печень хорошая, а почки гады. Давайте мы их порежем и выкинем. Или вот глазные нервы, или нервные центры, или там еще что-то. То есть непонимание этого ведет к дальнейшему дисбалансу. А кто обязан понимать это в системе? Мы говорили, люди Духа, Восток, они не обязаны за нас делать нашу работу. У них своя работа в этом мире, в этом теле. Они ее делают. Но тоже, правда, сейчас и их сбили, так сказать, в значительной степени. И мы к этому еще вернемся. Люди вещественные, они не могут, потому что это не входит в понятие их. Не потому, что они тупые или глупые, а потому, что это
их мировоззрение, они в своем мировоззрении жили, и они не обязаны в наше мировоззрение вникать и понимать. А вот мы как раз между Востоком и Западом, мы как раз люди правы. Во всяком случае, раньше был наш этнос таким, сейчас он таким не является. Вот мы-то как раз и обязаны. И когда люди себя в грудь бьют и говорят, я славянин, я русский там и так далее. А чем ты славянин? А славянин ли ты? А русский ли ты? Ты понимаешь, что происходит? И ты делаешь что-то для этого? Или ты просто ходишь и в грудь себя бьешь и говоришь, остальные гады и так далее, и так далее. Толку с тебя? Кто ты тогда такой? Ты не выполняешь свою роль. А мы на этой планете для того, чтобы именно законы брали, знать, ведать, понимать и применять их. Потому что слово ведать, вот кто, как считаете, ведать, что это обозначает слово? Знать. Нет. Вот все время идет замена, идут как бы какие-то вещи, которые люди привыкли не думать, а вот есть трафарет, аксиома, и все, он с этой аксиомой ходит. Нет. Знать это знать, понимать. Весть давать. Ведать, не весть. Не весть. А ведать. Значит, получается, что ведать это первое. Это правильно знать. Одно из составляющих. Второе, правильно вы сказали, понимать. То есть знать, понимать и применять. Вот когда три глав. Опять три единства. Это три глав мы можем. Говорить о чем угодно, допустим, отец, мать, ребенок, да? Закон наследственности и изменчивости, в результате рождается действие закона наследственности и изменчивости, организм любой, от мухи до человека, в результате, это результат воздействия этих законов. Это может быть, если как физики говорят, вот физикам мы показали это дело, они говорят, да это понятное дело, это материи поля и законы взаимодействия материи и поля. Любому физику это понятно, как дважды два это аксиома, да? И так далее, и так далее. Так вот, ведать, это значит тоже три глав. Ведание это три глав. Это знать, понимать и уметь применить. Вот человек может очень много знать о медицине, да? А дай ему в руки скальпель и скажи, сделай операцию. Он же не возьмется, если возьмется, он может человека зарезать. Потому что знать это одно, а еще нужно понимать, а еще нужно применять это дело. Вот в чем сложность. Поэтому вот отсюда ведуны. Вот здесь у нас вот книги есть такое, написанное совместно с таким ведуном, Олегом Мамаевым, который лечит людей и так далее. Вот здесь он, допустим, применяет волны. Ну, весь мир вокруг нас это волны. Вот он их применяет и в боевом искусстве, делает то, что другие не могут. При его 65 килограмм собственного веса, здоровыми мужиками, что хочет творить. И при лечении врачи говорят. Вот конкретно мой пример. У меня были сдвиги позвонков. Мама говорит, ты что в такую даль приехал вот с такой ерундой? Любой мануальщик тебе поставит его. Я говорю, правильно, меня раз 20 ставили. А толку что? Они ставят мне позвонок вечером. Я нахожусь в клинике знаменитой. Мне элементарно ставят позвонки на место. Утром мой позвонок опять стоит на неправильном месте, как был до этого. И так раз 10, потом этот мануальщик говорит, знаешь что, иди ты куда хочешь, вот, но я с тобой больше заниматься не буду. У тебя мышцы вот, как железо, и я, говорит, ставлю, а оно на место становится, это бесполезно. А он говорит, а почему они не могли поставить замок, выправить позвонок, и говорит, это любой может, а замок поставить? Я говорю, какой замок? Ну как? Очень просто, сделать искусственную спазму мышцы, вот, и все, и твои мышцы будут, эти же мышцы, которые тебе мешают, они будут держать в этом положении. А искусственный спазм мышц, как медицина говорит, где-то до 2 месяцев. За 2 месяца все привыкает, все становится на место,
Этого достаточно для сустава. И все. Не надо вопросов. Причем он замок проверял тут же. Вот он мне этот замок ставил. И потом пошли камни таскать после того, как мне сделал правку. Ни один мануальщик не будет вам разрешать поднимать такие, какие-то тяжести, тем более таскать камни целый день после правки. Если кому-то скажете, он вам, извините, в лицо плюнет, скажет, это нельзя так делать. Правильно, нельзя, если не ставить замок. А что такое замок? А это, оказывается, вибрация. Те же вибрации, с которыми он, допустим, здорового мужика выключает или укладывает на землю, как ему надо аккуратно. Это этими же вибрациями и лечит. То есть вот что такое ведание. Ведуны наши – это те, кто знали, понимали и умели применить эти знания и понимания. Вот. Вот. Поверьте в книге. Да. Я заговорил, что весь мир наши предки представляли в виде вот, система в системе, единого мира, единого тела. Вот сейчас Эльвира расскажет. Продолжая тему пантеона славянских богов, когда мы прочли перечень, мы подумали о том, что, видимо, он не случайен, что такое упоминание, очередность богов, оно может что-то означать. И мы попытались выстроить это в систему, по кругу. У нас получился народно-хозяйственный календарь, в котором присутствуют три времени года. Мы вначале удивились, почему именно три времени. Но когда обратились к Ликведе, когда обратились к прочим архаичным календарям, мы получили подтверждение, что в древности действительно существовало три времени года. И это подтверждает подлинность и архаичность Елисовой книги. Те боги, которые относятся к зимнему спектру, спектру Нави, мы обозначили синим цветом. Весенние боги – зеленые. Лето и осень – это желтый спектр. Мы видели здесь название 12 месяцев, которые существовали у наших предков. Первым месяцем считался март. Назывался он Белояр. Март – Белояр. Апрель – Лада. Гармония наступала в природе. Май – Купала. Начинала прогреваться вода в реках и озерах, и пик достигал к летнему состоянию. Июнь – сенич, первый покос сена. Июль – житнич, жито созревало. Август – венич. Венич – это собирать снопы. Венич – убирать урожай, собирать снопы. Отсюда наш веник. Нечто собирать людей. Сентябрь. Овсенич, осень наступает. Октябрь. Прошич или порошич. Первая пороша. Ноябрь. Студич. Декабрь. Студич. Ледич, лютич. Ледич январь, лютич февраль. И каждый месяц подразделялся на 4 недели. Опять-таки по признакам природы, что происходило в данное время. Ну вот, возьмем сенич, июнь. Плодич, дождич, громич, сенич. То есть в это время идут дожди с грозами, созревают плоды семена. Да? Вот июль, житнич, телич, рыбич, ягодич, липич. Да? Такие одновременно природные и песенные имена богов. Это так называемые малые три главы. Вот возьмем овсенич, грибич, листвоверзич,
Соломич, Спасич. Спасич – это древнее наше божество. Когда заготавливается, вот, вы знаете, медовый спас, яблочный, ореховый, то есть вот период заготовки вот этих необходимых человеку продуктов, благодаря которым он будет спасен в холодную и глубокую зиму. Так что вот это наши спасичи, они древние наши божества. Итак, вот по колу перечень этих божеств есть дощечки 11 А и Б. Я вам некоторые прочту, поскольку они вот, первое идет прославление великого Триглава. Вот Сварог, Перун, Смитали, Сварог, Бит Божий. Перун – это вселенская энергия, Смитали – проявленный мир, белый свет. Это великий Триглав. Далее идут Триглавы поменьше и малые Триглавы, о которых мы говорили. Вот я вот еще немного вам прочту. Челич, Тростич, Кленич, Озернич, Летрич, Соломич, Дребич, Лозич, Беседич, Снежич, Странич, Свентич, Красич, Травич, Стеблич, Рыбич, Липич, Березич, Мыслич, Гостич, Чурич, Родич. То есть вот это необыкновенное песенное и поэтичное обозначение природы нашими предками, поскольку они находились в постоянном взаимодействии, в постоянной гармонии, понимали природу, сами были ее частью и постоянно ее славили. Поэтому и прозвали славянами, поскольку вот среди прочих народов нашлись племена, которые не требовали что-то у своих богов, а славили их, поскольку понимали, что они отцы, дети и внуки своих великих родичей и призваны здесь, на земле, творить, созидать свой мир, подобно тому, как боги сотворили этот мир. Вересова книга написана на древнеславянском языке, который еще не претерпел окончательного разделения. Окончательное разделение славянских языков произошло где-то в XII веке. Но до сих пор все славянские языки связаны между собой корневыми основами. До сих пор все славянские языки хранят память о прежнем единстве. Что касается родства, растений, которые произрастают на земле, предметов быта, труда, то есть тех основных постулатов, которые касаются жизни человека, его труда, взаимоотношения с природой. До сих пор мы понимаем своих братьев-славян, хотя уже не в той мере. А вот в Вересовой книге есть остатки всех, ну, вернее, у нас сейчас есть остатки тех некогда единого проязыка, на котором говорили наши предки. Я хочу сейчас зачитать вам кусочек о прилете птицы матери Свославы. Птица матери Свослава – один из уникальнейших образов Вересовой книги, которая описана во всей своей полноте. Некогда исследовательница Мария Гимбутас, которая исследовала славянство, говорила, что у них существовала некогда богиня-птица. Но Борис Рыбаков раскритиковал ее за недостаточность доказательств. И вот эта богиня-птица предстает на страницах Вересовой книги во всем своем блеске и красоте. Они представляли Матерь Свославу в образе птицы с женской головой, сияющей оперением, подобно солнцу, где каждое перо переливается всеми цветами радуги. И это сияние есть слава предков, поскольку Матерь Свослава хранит в себе память всех благих деяний и добрых дел, которые были сотворены во славу семьи, рода, народа, родины. То есть она хранительница вот этой памяти. И когда было трудно, когда приходили враги, Лучам было мало, врагов много, они обращались за помощью к своей небесной покровительнице.
И тогда она начинала петь свою дивную песню. Она пела песни, напоминая о героизме предков и призывала быть такими же даже славными, гордыми и достойными. И тогда сила воинов удесятерялась. Они брали мечи и шли на воинов, превосходящих 10 раз, и побеждали их. Вы помните, было во времена Святослава, когда он 10-тысячным войском победил 100-тысячную византийскую рать. И много таких примеров в нашей истории и в Великой Отечественной войне, и в других войнах. Поскольку если мы сражаемся за правое дело, если мы знаем, что это действительно то, за что мы должны сражаться, то силы наши притекают к нам, наши предки помогают нам. Даже если мы о них забыли, но все равно они присутствуют с нами, они помогают нам. Помогает земля, помогает все, что, в чем мы находимся, если мы сражаемся за правое дело. И вот этот отрывочек от «Пулемете птицы матери сва славы». «Се пшелет ладаным, я седлася на древо, спела птиці, а вща поперує і не, а сіяше цвета руза, а стає вночі, як обдень, а співа пісні до боря, а до пре, то бяхом смепрящих в образі, оспомнімо ото, як ви і отцеве наше, несла сварь зі сину, то глем додани, а селєте усмівайся до сіх, а так ось ми со отце наше, не єдине сме. Бо та крава зиму йде до поля сині, я почина яцти траву ту, а млєко дала, а це то млєко до хлябі, а свете вночі з гвездами на дни, а то млєко відімо сіяще те нам, та бо путінь права, а інах не інахом і мати. Ту чувай потоміце, слава тая, а держи серце све по Русі, як вапіє, хапшебем де наша земля. А ту імем мемо вранете от вразі, а умарете за ні, як одень уміра без суня сурана. Бо то іж є темні, я й мав вечір, а умірав вечір, а є ночі, а вночі в лесі дивась верзі по млеку небесному. А йде до чертозі сова, а середзорі седава до вора. Отцем нашим, а матері, слава, якого нас учаше до Бозі нашим, а водяші паренці до стезі праві, так і де хамство, а не буде хамстаєнва хлібожравці, ніж славуни, руси, якого будем славу співати, а такосу славуни ото. Ви бачите, що написано це ритмічною прозою, яку ми постарались сохранити в переводі Вересової книги, оскільки це чрезвичайно важливо. Вот это ритмическая проза, это те же волны, которые говорил Валентин Сергеевич, это одно из средств взаимодействия с миром, ощущения мира. И мы увидели несколько срезов той же Вересовой книги, взаимодействия с читателями, со слушателями. Первое – это абстрактно-логическое повествование, когда говорится, что тогда-то и тогда-то, когда мы были вместе, враги нас не разбили. А тогда-то, когда мы, у нас была междоусобица, пришли враги и разбили. Это абстрактно-логическая информация. Второе средство информации – это образное, даются образы. Например, если мы не будем воронить нашу землю, то через челюсти наши трава степная прорастет. И сразу возникает образ, да? Лежат черепа в степи, как следствие того, что не воронили землю. И третий срез – это вот эта вибрация, волновая информация, которую мы тоже, даже мы не все слова понимаем, но мы чувствуем, мы воспринимаем это наше. Вот перевод, он уже в другой ритмике идет, ну, хотя тоже красиво. Вот я переведу то, что я прочла. Вот прилетела к нам, села на древо и стала спеть птица.
и всякое перо ее земное, и сияет цветами разума, и стала ночи, как днем, и поет она песни, призывая к борьбе и битвам, и мы идем сражаться с врагами. Вспомним о том, какими были отцы наши, которые ныне с неба синего смотрят на нас, и подобно улыбаются нам. И так мы не одни, а вместе с отцами нашими. Тут корова зиму идет на поля синие, и начинает есть траву ту и давать молоко. И течет-то молоко по хлябям небесным, и звездами сияет над нами ночи. И мы видим-то молоко, что сияет в нем. И это путь правильный, а по-иному мы идти не должны. Услышь, потомок, ту песню славы, и держи в своем сердце Русь, которая есть и прибудет землей нашей. И мы должны оборонять ее и умирать за нее, как день умирает без солнца судьба. А когда день умирает без солнца судьба, становится темно, приходит вечер, а умирает вечер, приходит ночь. На тебе рисовет в славе на волоку небесную, идут в чертоги свои, и садится у звезд на брат. Отцам нашим и матерям слава, которые учили нас чтить богов наших, и вели за руку по стезе правильно. Так мы шли, не были нахлебниками, а только славянами, русами, которые богам славу поют, и потому что славяне. Я сказал о трех видах мировоззрения. Давайте я приведу пример конкретный из жизни, чтобы это было понятнее. Ну, например, возьмем мировоззрение вещественное. Я приведу свой пример, мне кажется, он яркий. Вы вспомните свои, понятные дела. Вот мой отец, он прошел войну с первого до последнего дня и рассказывал о таком эпизоде, когда они находились уже в Германии, война закончилась, и майор, командир гарнизона, он же комендант города, говорит, непорядок, ну, развалины, по городу пройти, проехать нельзя, война закончилась, пора, значит, порядок навести. И он диктует переводчику, значит, давайте проведем, как бы, субботник, уберем город, нам всем. И он диктует переводчику, в связи с тем, что война кончилась, там нужно навести порядок в городе, да здравствует мирная жизнь, там нужно всем выйти и убрать город, навести порядок, в общем, написал. А у них был офицер, который прошел в подполье немецкие-польские тюрьмы, великолепно говорил и на немецком, в том числе, и говорит, товарищ майор, вы пишете не для немцев, вы пишете для русских. Вам нужно писать для немцев. Он говорит, как? Ну, переводчик же на немецком пишет. Вы написали на немецком, но для русских. Как это понять? Он говорит, к немцам так не обращаются, они другие люди, другого мировоззрения. Вы пишите. Он, да нет, ну это ерунда, все. Все написано правильно, все ходит. Ну хорошо. Объявили, пришло 4 человека. 2 человека со всего города. 2 человека это коммунисты, которые чудом, тельмановцы, которые чудом просто ну, выжили и не попали в концлагерь, и Гитлер их не расстрелял. И 2 человека тоже пожилые немцы, которые были в плену в 2014 году у русских в плену. Которые это мировоззрение понимали. Неважно, на каком языке написано. Он говорит, вы не прав... я же вам говорил, а вы сказали, что чепуха. Наши пришли в Европу, не понимали, что существует другой мировоззрение, что это другие люди. Люди и люди с ногами, с руками, что-то, немецкая культура. Он говорит, а как же надо немцам писать? Очень просто. И он взял и написал листочек на напечаток. Ему написал, что приказ такого-то числа к 9:30 взрослое население от 18 до 55 лет с шансовым инструментом должно прийти на площадь около ратуши.
Он говорит, как? А про то, что война кончилась, про то, что мир, мы должны свой город. Он говорит, не надо ничего, сделайте так, как я прошу. Ну, напечатал, этот самый переводчик напечатал, развесили. На следующий день, ровно в 9:30, пришли немцы, вот указанного возраста, с шансовым инструментом, с лопатами, с кирками, все. Вот, и бургомистр доложил коменданту города, что у меня, значит, на сегодня отсутствует такой-то, он уехал к родственникам, такой-то заболел, такой-то там-то. Все, о каждом доложил, можно приступать, Они отработали нормально, спокойно. Вот. То есть не надо лезть в чужой монастырь со своими указами, понимаете? Дело в том, что люди, мировоззрение вещей. Я вам могу второй пример привести, тоже с Германией связан, уже у меня был. Я приехал к фрау Миролюбовой за материалами работать в архиве Миролюбова, чтобы первоисточники, так сказать, из тех дощечек, из тех копий, которые он переписывал, работать с текстами Делисова. И встречаюсь там, вы знаете, сейчас в Германии много наших людей, тех же немцев, которые жили в Казахстане, в Сибири, которых когда-то сослали немцы туда, а потом они вернулись. Я спрашиваю, разговариваю, я слышу по произношению, их сразу вычисляю, хоть они там и 10 лет живут, и сколько я по произношению вычисляю. Ты откуда, с Сибири или из Казахстана? Говорю, да, говорит, я из Сибири. Ой, а как там дела, как что, начинает меня спрашивать. Я говорю, ну как ты? Да нормально, говорит, живем нормально. Ну, говорит, так, говорит, домой хочется, говорит. У меня в Сибири там заимка была, Нива, на охоту ездили, а рыба какая у нас, мелкая. В общем, такое. Я говорю, а что тебе здесь не надо? Ты знаешь, как эти фрицы, они же как наших русаков не понимали. Они же фрицы, они. Я говорю, так ты ж сам не. Да и я же, говорит, вот смотри, я разговариваю на работе. Говорю, что ты такой смурной? Так, говорит, душа болит. А тут смотрит на него немец местный. Говорит, а что у тебя? С зарплатой что-то? Да нет, говорит, зарплата нормальная. А что, у тебя машина сломалась или, может, кредит забрали? Да нет, говорит, машина в порядке. А что, говорит, с домом что-ли? Да нет, говорит, с домом. Смотри, на него не понятно. А ну еще раз объясни, что у тебя. Говорит, душа болит. Он на меня смотрит, на идиот. Если у человека с домом, дом никто не забирает. Дом есть, машина есть, зарплата есть. Какая еще душа будет? Это не входит в круг их понятий. Не надо с них это. Я с теми же немцами, и с нашими земляками, с моими из Казахстана сидели, и с местными немцами нормально ладил. Потому что я понимаю, что это другие люди. И не надо от них требовать. Или тот же Восток, допустим. Восток, когда у них знания передаются из информационного, так сказать, мира через учителя. И сенсей, учитель, это у них все. Если сенсей сказал, что вот так вот надо 200 поклонов делать, будут делать, никто не спросит, сенсей, а на кой нам эти 200 поклонов? А? Может, я 10 делать? Все посмотрят на него, на идиота. И если говорится, наше кунг-фу лучшее, никто в этой аудитории, в этом обществе не скажет, что вот у тех соседей кунг-фу лучше. Вообще, в нашем понятии, вот, смотрите, в нашем понятии, когда взрослые мужики сошлись и разговаривали, чье кунг-фу лучше, мы посчитаем, что они немножко больнее. Правильно? Ну ты взрослый мужик, ты там семью кормишь, ты там работаешь кем-то, а тут какой кунг-фу лучше? А для них это естественно. Поэтому я говорю, не надо лезть со своим вставом в чужой монастырь. Но если бы не было и там, и там, и там людей праве, мировоззрение праве, они есть и среди японцев, и среди китайцев, и среди индусов, и среди немцев, кругом есть. Поэтому мы, вот наша задача сейчас, вот говорит, вот мы славяне, мы должны там поднять, извините, уничтожено не только славянское прошлое. Вы посмотрите сейчас, что творится в арабском мире. Почему это? Оно не само по себе. А потому что людей лишили прошлого. Это то же самое, что
у дерева срезать корень. Ведь у нас, допустим, вот смотрите, я своих товарищей спрашиваю, допустим, вот в Казахстане там, татар тех же спрашивают. Вы какие у вас были боги, какие у вас были пантеон богов и так далее. Без этого ж ты не знаешь, кто ты. Зачем ты сюда пришел, в этот мир? А он не знает. Ну мы мусульмане. Какие мусульмане? Мусульмане это вот всего ничего. Это же совсем недавно было. А до этого, если, смотрите, если даже бушменам Австралии, ученые раньше говорили, что бушменам Австралии 40 тысяч лет. 40 тысяч, еще раз повторю. Сейчас вот самые свежие данные, они говорят, нет, это неправильные данные. Бушменам Австралии не менее 70 тысяч лет. Не менее 70. Как жили, они живут. А вдруг оказывается, что такой огромный этнос, как тюркский, огромнейший этнос, какую территорию занимает, а он не имеет своего прошлого. Только и помнят, что там конгри было, а больше ничего не знают. Это страшно. И это страшно не для одного тюркского народа, потому что нет отдельно народа, это условно. Все это единая система. А точно так же, смотрите, на Востоке. Персы, бывшие, арабы, у них у каждого своя история. Те же самые, там ведь и, есть и люди мировоззрения духа, и есть люди мировоззрения прави. Индоиранцы мы говорим, правильно? То есть Авеста и прочее. И у нас Хорс тоже слово, это иранское слово, это ближний к нам народ. А сейчас там что творится? Когда люди, у людей вырывают корни, они становятся неизвестно кем. И вот как сейчас навести порядок? Как сейчас навести порядок? Этим держаться за то, что они мусульмане, а тем держаться, что они христиане, а тем держаться за то, что они буддисты и так далее. Времена, как говорит, нельзя дважды войти в грех. Каждый день человек живет один раз в жизни. Один раз в жизни. И человечество каждый день живет один раз в жизни. Оно не повторяется. И поэтому, вот так сказать, вот наши предки жили так, вот. Вот так вот и надо жить. Обстоятельства меняются. Сейчас, допустим, важно, я считаю, что настоящий славянин, действительно, кто достоин своих предков, кто достоин памяти их, кто почувствовал их суть и несет в себе эту нить, он должен сейчас объединять всех людей, мировоззрение, праве. Неважно, к какому этносу он относится. Дело в том, что, вот смотрите, я обычно привожу из то, что мне ближе, из истории разведки. Можно, мы живем на этой земле, вот сейчас мы в Крыму, можем из истории Крыма привести примеры конкретно, что среди каждого вида мировоззрения превалирующего есть все три вида. Ну, возьмите те же самые разведчики. То ли прошлых времен, то ли я всегда привожу хороший пример, это Ким Филби. Ким Филби, он был, его прямой путь по его роду, знатного рода английского, а поскольку знатный английский род, у них есть такая традиция, ты должен пройти службу разведки. Естественно, он по роду служил в разведке. И этот человек, вместо того, чтобы ловить советских шпионов, он их находит и предлагает свои услуги. Причем он предлагает услуги не за деньги. Я беру один пример. Таких примеров, если вы возьмете историю разведки, это целые тома. Что ему денег не хватало? Ну, деньги были. Что у него будущее плохое светило, мы помните, нет, его светила палата лордов. Его не шантажировали,
как вот это вот, ну, извините меня, нехорошее слово, я воздержусь, так сказать, название резу или сувора. Вы знаете, на чем его поймали, это вот. Его не ловили иначе, он сам пришел. Точно так же, как и Берг, его тоже ни на чем не ловили. Он стал учить русский язык, а потом пошел, вычислил русского разведчика и предложил ему свои услуги. Он что, был ненормальный? Да нет, просто этот человек мировоззрение правильное. Он понимал, он видел мир в объеме и понимал, что если сейчас Советскому Союзу не помочь, баланс нарушится, и тогда не сдобровать всем на этой планете, в том числе и его родной Англии. То есть он на благо кого работал? Да в первую очередь он на благо людей работал, в том числе и своей Англии на благо работал. Вот насколько все сложно и как завязано. Если мы сейчас будем себя отделять от других людей, времена прошли, сейчас вопрос, чтобы вот этот вот баланс, который нарушен, его нужно восстановить, тогда мир будет спасен. Дело в том, что сейчас, если вы следите за высказываниями людей из другого лагеря противоположного, они находятся в состоянии растерянности. Те люди, которые управляли миром, там, вы читали всякие комитет 300, и Ротшильды, и Рокфеллеры, и так далее, они сейчас в растерянности. Они не читали Вельсовые книги, а если бы они и читали, они, конечно, кто-то из них, сотрудников, читал. Но, я еще раз говорю, мировоззрение они не могут понять не потому, что они глупые, а потому, что они люди другого мировоззрения. Они этого не поймут. Хотя это не секретная вещь, но для них она непонятна. Как для немца душа. Душа болит. Какая душа болит? Зарплаты в порядке, СУФМ, про душу. Так и здесь. А да, они это читали, но вот то, что Чернобог с Белобогом сражается, как здесь написано, тем удерживает землю, им это не понять. И о том, что такое Триглав, им это тоже не понять. И они не должны это понимать. Они люди вещественного мировоззрения. Они изучают вещественные законы. И в них они специалисты великолепные. Но мир не управляется только одними вещественными законами. А не может. Не, это нонсенс, так сказать. Существует три вида. Ярь, кровь и наль. И одна ярь не может управлять миром. И это признали сейчас все. Вы помните, что она... Тот же Бжезинский, почитайте его последние работы. Бжезинский, который был инициатором и руководителем уничтожения Советского Союза. Фактически, мы можем со своей стороны, вот когда мы почитали Вельсову книгу, мы подумали сначала, ну какой же он тупой. Тут на него работает 1200, больше 1200 институтов и организаций в США и по всему миру. Но что они делают? Ведь если нарушится баланс, они уничтожат Советский Союз. Ведь это начнется конец Америки. Баланс-то нарушается в мире, а не в Советском Союзе. Мир-то един, но они не понимают, что мир един. Они понимают, что миром можно управлять вот за счет денег. Да, можно. Но это только один из видов управления. И вот здесь присутствует Михаил Павлович Карпович Севастополь. Мне бы хотелось, чтобы он потом после всего рассказал о Белобородове. Вот. Это один из видов, так сказать, воздействия, взаимодействия миров. О маршале Белобородове в 41-м году, по-моему, или что-нибудь из этого потом спросите, расскажут. Так вот, сейчас время пришло, и об этом говорит все, и тот же Бжезинский своими выступлениями, который всегда считался ведущий, самый главный специалист, а сейчас он в полной растерянности. Он вот мы часто слышим Задорнов рассказывать, какие американцы тупые. Но после того, как я высказывание Бжезинского прочитал, Задорнов, ну, извините, подметки не годится. Потому что он рассказал, насколько это все страшнее в Америке. Он сказал, Бжезинский, что мы воспитали, хотели как лучше, а получилось как всегда, воспитали нацию поколения дебилов.
Они не знают истории. Они считали, зачем история? Нужно уметь считать. Купил, продал, дебет с кредитом. Да, ты умеешь считать, молодец. А зачем эта история нужна? Кому нужна? В американских школах не изучают историю. Я сначала не мог понять, почему у моей коллеги по работе, я там на фирме работал, ее родная сестра уехала в Америку. И у нее три сына, мальчишки. Значит, один был троечник, вот. Второй, два сына, один был троечник, другой конченый двоечник, вообще дуб дубом, как у нас говорят, да? И вот она пишет своей сестре по интернету, и она рядом сидит, говорит, вот что сестра пишет. Она пишет, тот, который троечник был, его даже не оставили в этом классе, через класс он перешел. На него вся школа молится, такой умный человек. А тот, что двоечник, он отличник. Я думаю, ну как это так? Ну не может этого быть. А когда я почитал Грузинского, я понял, что... Насколько это страшно, что они сделали. И сейчас он в растерянности. Он не знает, что делать. Руководили, накрутили миром. А теперь чего? Теперь они даже не знают, что с арабским миром делать. Вот нападать на Сирию, не нападать. И так, куда ни кинь, кругом клин. По-русски сказать. Предлагают перевести центр Евросоюза в Киев. Это предложение Бжезинского. Говорит, мы неправильно все просчитывали. То есть дебет с кредитом у них неправильно сходился, хотя я уверен, что они все правильно просчитывали. Просто не все сходится на дебете и кредите. Не все в материальных вещественных законах. А есть еще другие вещи, другие законы. И сейчас они говорят, мы неправильно в Брюсселе сделали центр. Надо центр сделать в Киеве. Ну, так, со своей стороны, То есть нашел ошибку, думал, пока надумал, нашел ошибку. Хотя ошибка совсем не в этом, не в том, куда центр перенести. А ошибка в том, что они взялись в одиночку управлять миром. А теперь не знают, чего делать. А признать это очень сложно. А признать сложно, но результаты объективные приходится признать. Вы помните вот этот самый... Последнее совещание, что они сказали, что капиталистическая экономика не в состоянии вывести мир из кризиса. Это не мои слова. Это не слова каких-то там коммунистов или кого-то. Это их слова. Понимаете? То есть пришло время, когда люди мировоззрения праве должны объединиться, потому что сейчас масштабы другие. Раньше выживала каждая нация как бы отдельно или этнос, а сейчас уже все, времена эти прошли. Учитывая современное оружие, современное взаимодействие народов, учитывая технику и так далее, теперь это должна быть задача мировоззрения, праве вообще восстановить этот баланс. То есть где бы ни были люди, а инициаторами, хотя у нас сейчас, вот вы посмотрите вокруг, много ли у нас среди славян осталось людей мировоззрения правил. Когда-то это да, вот когда писалось Вересова, когда-то это было, превалировало, было большинство. А сейчас не так много осталось, как было раньше. Поэтому это тоже надо учитывать. И всем людям мировоззрение правил, неважно какой национальности или цвета кожи, они должны объединяться. И вот конкретные дела из этого, вот я хотел показать вот этот альбом, когда мы несколько раз выступили перед студентами Академии Днепропетровской, строительной академии. Казалось бы, при чем строительство, да, доверие своих книг? Разные вещи вообще не касаются, да? Да нет, ничего отдельно нет. В том числе и строительство, в том числе и жизнь, в том числе и учеба, в том числе и образование, в том числе и работа на земле. Все, нет ничего отдельного. Так вот, когда мы перед ними несколько раз выступили, объяснили, рассказали, подарили им Вересову, доверили свою книгу, рассказали о этом. Там создался молодый факультет молодых архитекторов. Понятно, там все молодые учатся, молодых архитекторов, и они стали эти идеи
воплощать конкретно в своей работе, то есть в проектах. Вот здесь, это уже третий альбом, собранный, ну это все в интернете есть, можно посмотреть как следует, но здесь вот результаты их работы, этих ребят. То есть не слова, не конкретно, не просто так вот, а мы славяне и вперед. А в чем вы славяне? Покажите, сделайте что-то. Что-то сделайте. Поступайте как славяне. Они делают, они проектируют экополис. Это есть мысль такая, сделать на Днепре экополис. Даже и Рейсат ему название уже придумали. Вот. Сделать экополис, потому что там энергетический центр, ну там древние разломы, древнейшие граниты на Земле. Пороги, вы понимаете, это разломы земные. И они, естественно, обладают определенной энергетикой. Так вот, одна из этих девушек, она уже закончила институт и сейчас учится на аспирантуре. Вот. Она как раз ее нашла какая-то международная фирма, посмотрела ее проект и попросила сделать проект экологического центра, экологической гостиницы в Конча-Заспе в Киеве. Там уникальное место, там и лес, и заводи речные, красивейшие. Вы знаете, что там дачи всех руководителей Украины, а они в плохом месте, дачи не будут строить. Вот. Так вот, она, ее пригласили, и она сделала им проект. И этот проект сразу же на голову обогнал все ведущие компании, которые, а они делали тендер, участвовали компании из США, из Израиля, из других стран. А вот именно проект, эта компания, которая поставила на эту девушку, победила. И теперь они будут строить и в Конча-Заспе экологическую гостиницу. Она будет из дерева и глины, из древних материалов. Они будут строить уже в Казахстане, их пригласили в Израиль и так далее, и так далее. Вот, вот это конкретные дела тех людей, которые эту философию поняли, которые восприняли и которые стали вот ее применять. Просто как пример, один из примеров. То есть, если мы будем эти знания и понимания, которые дают нам Велесова книга, применять, то мы тогда этот вот мир спасем. Если нет, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никто не придет, никто вас не спасет, никто вам не подаст веревку, и никакая молитва никому ничего не поможет. Поэтому вот эта книга, я сейчас скажу о книгах, все эти книги выходят в России. Все эти книги выходят в России, выходят в издательстве, вот издательство «Амрита Рус», те, которые такого порядка. А художественные книги раньше издавались в «Амрите Русь», но они сказали, что они не специализируются на художественном. Поэтому художественные у нас выходят сейчас в издательстве «Вечи». Вот эта книга «Рюрик. Полет сокола», она писалась в 1150-летию Руси к приходу Рюрика на Новгородщину. Значит, она написана нами совместно с Михаилом Задорновым. Уже это второе издание уже идет, быстро она расходится. И вот в ней тоже, хоть это художественная книга, но тоже мы постарались отразить вот мировоззрение наших предков и понимание мира, понимание своей роли, кто мы, что и зачем. Постарались, ну как получилось, смотрите сами. Задорнов хотел снять фильм художественный, вы знаете, да, о Рюрике, и попросил нас написать сценарий. Мы написали сценарий, но оказалось, что денег недостаточно, чтобы снять фильм. А что же он, ну, как, лежать будет? Тогда мы решили так, что Задорнов едет, снимает документальный фильм, этих денег было достаточно для документального фильма, а мы делаем из сценария, сокращаем
и переделываем в роман, потому что сценарий это один вид, а роман это совсем другой. Оно не по-другому пишется. Вот. То есть мы сели переделывать сценарий в роман, вот получилась эта книга, а он снял в это время фильм «Рюрик. Потерянная быль». Вы знаете, он в интернете есть, он кругом, у него больше 800 тысяч просмотров. Вот. Теперь книги, чтобы не говорили, что... Ну, понятно, Велесова книга, она тоже издается в «Амрите Русь» в России. Сюда мы ее привозим. Это тоже в России, в Вече. Велесова книга, это книга повествует о временах предшествующих тем, которые Велесовой, поэтому ее назвали так, «До Велесовой книга». Это тоже из материала Миролюбова, он успел там кое-что переделать и назвал «Сказы Захарихи», но мы уже, углубившись в Велесову, смогли понять и восстановить их более-менее. Это тоже история древняя и философия славянская, но она изложена в простых притчах, простых сказах, так сказать. Они не длинные, но, как оказалось, они имеют историческую подоплеку. Когда мы стали интересоваться вот этими именами, этими событиями, оказалось, что это все имеет конкретные исторические события под этими сказами. Хотя они в простой форме, многие читают их детям как сказки. И еще «Перуновы дети» есть книга, ну, сейчас она готовится к изданию в издательстве «Вече». «Перуновы дети» – это о том, как мы работали над Велесовой книгой, как она появилась, как, то есть в художественной форме. Потому что Велесова книга очень сложная. Это книга жреческая. Многие ее начинают читать и не могут читать, потому что здесь очень много информации, специфической информации, в это еще войти надо. А вот книга «Перуновы дети» – это художественный рассказ, как повествование, как эта книга к нам попала, как мы над ней работали и как ее вообще когда-то писали. Лучше начинать с «Перуновой», наверное, а потом уже… Да, конечно, конечно. Или хотя бы прочитать… «Славянский ведизм. Нумерология». У нас сейчас этой книги нет, потому что она в издательстве кончилась. Ее сейчас печатают уже в очередной раз. Она толщиной вот где-то вот такая вот, такой толщины. «Славянский ведизм. Нумерология». Там мы взяли основные боги славянские, как они изложены в Велесовой книге. Философия там указана. И пояснение сделали к этим вещам. Вообще-то художник, который иллюстрировал ее, это Крыжанинский, сказал, что вот эта книга «Славянский ведизм. Нумерология», она должна быть в каждом славянском доме. Я думаю, что не только в славянском, потому что времена сейчас меняются. И книга о Святославе, «Святославовский пактус», она тоже дважды издавалась, трехтомник. Сейчас мы дописали четвертую книгу. Сейчас решается вопрос, в каком издательстве он будет издан. Это о князе Святославе, тоже на материалах, которые нашли в архиве Миролюбова. Они тоже уникальные, ни у одного историка или писателя этого нет. Там имена тех, кто рука об руку сражался с Святославом, его военачальник, описание боев, причем очень подробное. Там указывается, с кем он воевал конкретно, и когда, и где. Все это тоже удивительное, целый мир, потому что представление наше о тех временах, вот бежали они там, или скакали с мечами, махали вперед и так далее. Да нет, не все так просто. Армию Святослава называли «Железные бои Святослава». Почему железные? Потому что они не только были прекрасно вооружены и обучены, но у них была железная дисциплина и очень высокая духовность, что отличало славянских войн. То есть, ну, вы знаете, что то, что он с 10 тысячами против 100, это было и раньше, вспомните Ипатия Калаврата, то же самое, и сейчас, до настоящего времени. Это древняя традиция, вот, допустим, по воинской древней традиции, вот эта книга «Воинская жива русов», это здравый юнака, как бы Куцмал был бойца.
в этой книге, это книга наша с Олегом Мамаевым, это третья книга из этой серии «Путь к волхву, Костоправ и путь к волхву, Костоправ», и вот это вот третья книга «Воинская трава». Если «Путь к волхву» тут рассказывается вообще о том, о славянском мировоззрении, даются упражнения, даются родники, которые, ну, кто востоком занимается, называется чакры они, да? Ну, здесь немножко шире, потому что восток, вы понимаете, если вы историю знаете, как шло движение. Арии пришли в Индию, им показали, рассказали знания, индийцы молодцы, и за это мы им благодарны. Они это сохранили, как они могли понять, на уровне своего понимания. Вот, потом оно пошло в Китай, и медицина, и боевые единоборства, оно неразрывно. А почему оно неразрывно, вот почитайте здесь, узнаете, что это нельзя разделить. Вот. И здесь дается понятие о волнах, и дается упражнения конкретные для развития силы, быстроты и так далее. Но самое главное тут духовное объяснение славянского воина, чем его отличие от другого. Ну, понятие о волнах я скажу, что как Мамаев, он ездил по роду своей службы, и тем более там, так сказать, да, непосредственной близости, на Дальнем Востоке, это Япония, Китай, ведущих этих центров боевых он был. И он говорит, что если славянский воин, вот, настоящий воин, должен владеть 81 волной, то в любом восточном единоборстве где-то до 3 волн исполняется. Ну, 5 это может быть где-то очень редко. Ну вот посмотрите, как оно переходило, где оставалось, где задерживалось. Допустим, у нас очень хорошая в Днепропетровске есть школа айкидо. И туда раз в год приезжает, преподает работу с японскими мечами, катана, специалист из Японии. У него более 10 школ по всему миру. И в Америке, и в Латинской Америке, и в Европе, в том числе в Днепропетровске. Японец, ведущий специалист в этом деле. Так вот он говорит, что мало кто знает, но культура и школы работы с холодным оружием в Японии пришли именно от вас. Вот это не наши слова, это слова японцев. Поэтому сами думаете. То есть здесь еще бы вот. А эта книга «Ведический настрой», это вот Юлия Валерьевна, это ее поэтический взгляд на мир, потому что стихи я не пишу, прозу мы все пишем вместе. Даже здесь, где написано, вот, допустим, Гнатюк, Валентин Гнатюк и Олег Мамаев, все равно мы работаем над прозой втроем. Просто редактор говорит, ну, поскольку ты ездил к нему сам, то будет красиво, если вот будет два человека. Ну, Юлия Валерьевна говорит, пожалуйста, мне все равно. Вот, поэтому над всей прозой мы работаем вдвоем. А это вот чисто ее стихи, ведический настрой. Кто захочет, может познакомиться. А вот здесь передо мной лежит книга «Живая вода». Это сборник стихов, славянских стихов. Это была организована равноверческая, конкурс равноверческой поэзии. Вот учредитель конкурса Святобор, вот он здесь находится, да, Святобор. Он с Кировской области, и он уже провел несколько, ну не он один, а жюри, соответственно, провело несколько конкурсов славянской поэзии, и победителей они вот в этом сборнике издали. Это первый, это же первый, да? Да, это первый. А их уже сколько?
Два? Два вышло, третий готов макет. Готовится третий. Ну, это по поводу стихов. Здесь еще стихи. Да. Видите, вот тут. Да, ну, все стихи. Пошли. Они вошли сюда. Прочту поэму, которая называется «Вы русы». Вы помните, Александр Блок сказал, да, скифами, да, азиатами, с раскосыми жадными очами. Творение является ответом Александра Блока, называется «Мы русы». Мы русы, мы славяне и арийцы, богов потомки, так вещают люди. У нас отцами были кемерийцы, угоратьями, таинственные скифы. Мы внуки златокрылого дождьбога, сына Перуна, подданной Индры. Нам меч вручен не для убийства злого, а для защиты от стоглавой гидры. Хотели нас пленить вавилоняне, угнать навек египетское рабство. Персидский Кир точил свои кинжалы, и Дарий жаждал неделимой власти. На побережьях нападали греки, и легион за легионом двигал Рим. С востока гунны хлынули, как реки, и готом погорелся древний Крым. На торжище волочили нас хазары, 300 лет стонали под Ордой, и плакали богини, жаля Скарлом, и звали к мести праведной, святой. От моря синего до Северного моря, от Рарики до Истра и Карпат лежала Русь, захлебываясь кровью, но гинул мир и всякий супостат. Мы выстояли вновь и дрались крепко, из ран последних все еще кровит. На Волге, там, где готом били предки, германский рейх и ныне был разбит. Мы пахари, не ищущие сечи, сыны степей, где много разных гид. В глазах у нас все синь, озер и речи, и русы чуд под цвет дозревших мин. Мы русы, древо с многими корнями, чей род однажды произвел сварок и окропил живой водой праве, чтоб нас никто захоболить не смог. Тысячелетия текут сплетенье веток, открыт пред всеми на семи ветрах, да то ли дух славянский будет крепок, да коли цел, и в кроме, и в корнях.